Привет, дорогие мои! Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим игру «Бюро» из Declassified. Эта игра всегда была темной лошадкой лично для меня, потому что, несмотря на довольно интересную тему, а игру я приметил очень давно, еще когда она была шутером от первого лица, эта игра, напомню, про нашествие инопланетян в 50-60-е годы Америки, то есть стиль крайне интересный. Но при этом ее делала студия, которая отметилась по большей части только Биошоком вторым, который, на мой взгляд, оказался гораздо хуже, чем первая часть. Игра вообще нелегкой творческой судьбы, ее переделывали довольно много раз и менялись, собственно, команды разработчиков, ну, назывался она так же, наверное, менялись там по большей части люди. Но что с ней происходило, не совсем понятно. И, честно говоря, последние трейлеры и последние ролики как-то вселяют на уверенность, что игра получится неплохой, но, тем не менее, крайне бюджетной, очень проходной и на один раз. Давайте же посмотрим. Полчасика, я думаю, будет вполне нормально. Так, хорошо. Ветеран. Насколько я знаю, игра более тактическая, чем стандартный какой-то шутер. Не знаю. Игра только сегодня стала доступна в Стиме. Сперли пираты, конечно, на пару дней раньше, но вы понимаете, пиратство злое. Уже 6 месяцев мы принимаем эти сигналы. Источник пока неизвестен. Но наши аналитики считают, что это шифрованные приказы кротам, работающим внутри страны. Мистер Гувер уже давно предупреждал об этом. Советские шпионы проникли в высшие круги нашей армии и правительства. Это факт. Ну куда уж без них, конечно. Мы не уверены, что это операция Советов. Директор Фолк. Нас ждет очередное выступление на тему ваших чужих. Произошло нечто важное. В Элериевой шахте в Монтане был обнаружен странный предмет. Технология нам неизвестна, но, судя по ней, на нашей территории действует очень сильный противник. И где этот предмет? Рядом. Пришлите нам сюда Картера. Картер, как обычно, сидит, бухает. Вы знаете, я так думаю, что игра была воскрешена только потому, что в прошлом году очень неплохо получился и неплохо продался XCOM Enemy Unknown, ремейк первой части. Уже подтверждена вторая, и чтобы как-то закрыть вот это окно между ними и подогреть интерес, они как могли довели до ума вот эту. Почему-то мне кажется, что это реально... А вы кто? Ваш эскорт. Приказ директора. Мне игра, которая вышла только поэтому. У вас есть. Что вам рассказали? Мне приказали доставить пакет директору Фолку. Больше ничего. И вам не было любопытно, что там внутри? Нет. Славно. Но я проверю. Этот портфель могут брать только я и директор Фолк. Вам ясно? Я так не думаю. Нормально. Я думал, это наш герой. Здесь. Это он. Назад! Япона, мать, чё с тобой? Тушь потекла. Что за чёрт? Не, шутки шутками, а вот эта вот тематика всегда была одной из моих самых любимых. Это, по-моему, реально интересно.
Какого черта произошло вообще? Что за черт? Рана. Она затянулась? Кругом тревога. Что происходит? Среди прочего, хочу отметить приятную графику. Но что? Дама все померла, похоже. Портфель. Что случилось? Кто-то, похоже, утянул то, что было внутри. Как это вообще? Какого черта происходит? Господи, что здесь происходит? Офигеть! Понятно, надо прятаться за укрытие. Ну, это я. Понятно, что если я не умру в начале, то вы поняли. Давай. Офигеть, что это такое? О, полегче. Нужно выбираться отсюда. Офигеть. Какого хрена происходит? Не, пока что это реально... Я не знаю. Я впечатлен. Я впечатлительный, но, по-моему, это реально круто. Так, хорошо. Давайте вниз. Оно все никак не успокоится. Спокойно. Не дергаемся. Бедняги. У них не было ни шанса. Да их порешетили просто всех. Смотри, куча трупов. Их расстреляли во время еды. Они и дернуться не успели. Конечно. Так, тут ничего интересного. Ладно, давайте выбираться отсюда к чертовой матери. Что-то тут совсем душно стало. Постановка радует. Пока что накал прям, я не знаю, как в лучших домах Европы. Офигеть, японам. Что за черт? Вот это я называю нашествие. Игра, напомню, в той же вселенной, что и оригинальный XCOM, Enemy Unknown. Поэтому враги, судя по всему, будут точно такие же. Так, цель-серии стреляй. Что может быть проще? Да все нормально, давай лупим по нему. Ох, сколько их там. Отдача пипец. На. Прицел, как я смотрю, прикрепляется к врагам, поэтому целиться довольно легко даже на геймпаде. И даже мне. Так, пересидим. Прижали, надо сказать, плотно. Получи сектоид. Дай. Еще наловил. А вон у них над ними жизни, смотри. Минус. До свидания. Вылазь. Инопланетная морда. Это земля, уроды! Ладно, нужно идти. Офигеть, просто вы посмотрите, это же... Это ненормально. У них там никакую аппаратуру подобрать нельзя. Судя база по всему, долго нет. Не продержится. Надо уходить. Надо не просто уходить, надо бежать так, что сверкали пятки. Кругом трупы. Офигеть, это бараки, какие-то казармы. Агент Картер, я агент Нильс. Директор Фолк приказал мне... Фолк? Он жив? Надеюсь. Идем по дороге, попробуем к нему пробиться. Можно мне тоже Томми Ган? Директор Фолк, ответьте. Агент Кинни на связи. Мы с директором защищаем подземную лабораторию. Вы сможете уйти оттуда? Мы будем тут, пока вы с Нильсом не выйдете на точку эвакуации.
Я скоро буду. Доберитесь до склада улучшенных материалов и спуститесь на лифте в подземный уровень. Мы будем тут до последнего. Быстрее, попробуем срезать здесь. Парни, держится. Давайте посмотрим, что это такое. Вход в лабораторию. Это, судя по всему, какой-то арт. Ну, ладно, небольшие коллектабл. Рационируем мои вещички. Ящики нам не нужны. Вот это, конечно, как он пафосно заходит в каждую комнату. Ой-ой-ой. Валим. Пришлите еще взвод! Внутрь! Просто пипец. Берегитесь! Живой! Давай, братюня, вставай. Валим отсюда. Попробуйте открыть дверь. Встречаемся внутри. Хорошо, мне бы пушку получше. Так. А вот, кстати. Нужно открыть эту дверь. Стандартная армейская винтовка М14, калибр 7,6. Так, понятно. Прости, солдат, мне это нужнее. Факт. От решений командира зависит жизнь и смерть всей группы. Безрассудная атака приведет только к гибели бойцов. Для победы над превосходящими силами противника надо проявлять наблюдательность, хитрость и расчет. Окей. Тихо, они здесь. Займите позицию за теми ящиками. Я проникну через окно. Открываю огонь! Не спрячется! Огонь! Добрый день! Да, еще с моей меткостью кому-то попасть бы вообще. Чувствительность просто дикая, надо будет убавить. Ну, как-нибудь потом. А власть стоит. Не, это вообще пипец. Давайте-ка мы чуть-чуть убавим. Потому что это реально очень... А, мы не убавим, похоже. Может, в игре возможно это сделать. Чувствительность. Ну, так вот, вот хотя бы. Потому что, не знаю, заносит как... Это последний. Порядок. Встречаемся у двери на той стороне. Пронесло. Вот эти флегматичные такие комментарии Картера. Это пронесло. Чтоб тебя так пронесло, подумал Мюллер. Отлично работаете. Это раньше я отлично работал. Ерунда. Фолк не обратил бы на вас внимания, если бы вы не были лучшим. Посмотрим. Просто разруха. Какого х... Они утащили человека. Ему уже не поможешь. Бедолага. Да как не поможешь, он тут. Смотри, истребитель сбили. Танчики. Огонь по кораблю! Идет с прежней скоростью! Продолжать огонь! Ложись! Парни, парни! Не отступать! Продолжать огонь! Все, парням хана. Вы знаете, то, что я вижу, пока что мне настолько нравится, что я прям не знаю. Конечно, мы еще не видели тактическую часть. Укрытие и выгодные позиции позволят вашим агентам атаковать врага, не подвергаясь опасности. Вы можете назначить агентам последовательность действий. Например, отправить их на удобную позицию, чтобы уже оттуда они открыли огонь по врагу. Старайтесь, чтобы каждый выстрел попал в цель. Не забывайте использовать особенности местности. Спасибо. Получай! Берегись! У них здесь пулеметное гнездо! Так, учить меня кто-нибудь будет? У меня есть мысль. Так, хорошо. Приказать Нильсону. А, может поменять? Ты, значит, понятно. А если я тебе прикажу двигаться вот сюда? Так, хорошо, куча всяких каких-то. Так, у тебя критический удар. Движение. Тут надо было разбираться. Понял. Артобстрел. Это пока ничего нет такого, да? Так, а что, если мы прикажем Нильсону двигаться... Нет, вот тебе двигаться куда-то вот сюда. Хотя нет, ты у нас... Давай оставайся-ка вот здесь. А, подожди, так даже лучше будет. Короче, ты идешь сюда. Вон там! Уже иду! А мы... Блин, как это все непросто.
Выберите среди... А, критический, вон же написано все, понимаете. А мы кританем на него. Мобкэр. Ага. Прикончите его! Тут требует привыкания явно. Давай лупи. Подкрепление! Перекрестный огонь! Отлично. Будем знать. Так, сверху поперли еще. Чего, парни? Что это за мелкие ублюдки? Так, хорошо. Давай-ка ты, знаешь. Задерживать надо. Это твоя цель. Сейчас бою. Прикончим их, потом выясним. Все нормально, в принципе, понятно, но, конечно, требует привыкания. На клавиатуре и мыши, я думаю, это будет поудобнее. Но я как бы всю жизнь играю больше на геймпаде. Мне клава мышь не так, чтобы очень нравится. А больше. Так, идем дальше. Хорошо, а как регрупп как-то сделать можно? Давайте туда. Уже в пути. За мной, джентльмен. Вот. Я на месте, Картер. Регрупп он ми. Ну, как-то, знаете, тут в свое время, еще когда на заре NexGen'а, ну, теперь это уже Каренген, то есть современные приставки, когда только они появлялись, была куча игр, которые вот именно таким типом управления обладали. Ghost Recon Advanced Warfighter, Rainbow Six Vegas, Mass Effect, первым что-то подобное было. Тогда это было реально модно, а сейчас таких игр вот реально по пальцам пересчитать можно. Поэтому мы уже успели от всего этого отвыкнуть. Потолка нет. Уже близко. А это, между тем, довольно интересно, на мой взгляд. Так, пули. Тихо, вау. По-моему, надо отступать. Это что, бомба? Нет. Не знаю, что это, но взрываться оно не собирается. На бомбу это не похоже. Ага. Только ничего хорошего эта штука не сумеет. Явно. Что это? Потом разберемся. Вот так. Грузовой лифт. Серые, мне их уничтожить. Осторожней, Картер. Так, ты давай-ка вот... блин, как это? Двигай куда-нибудь. Так, там бочки. Бочки вон это туда, плохо. Тихо. Есть. Иди сюда. А я пойду посмотрю, можно как-нибудь обойти его, нет? Присесть нельзя. Так, короче. Нильс, двигайся потихоньку. Движение. Куда-то вот сюда вот. Сейчас ты будешь по нему лупить, а я зайду сбоку. Туда! Я уже иду! Прошел. Отлично. Молодцы. Свой пацан. Так, это получается... Тихо, парни, тихо. В небо гранату сейчас. Их оттуда хрен выбьешь! Да выбьем, выбьем, сейчас, не волнуйся. Ну, это было немножко не так, как я планировал, но получи, получи, фашист, на! Хорошо, вот и гранаты. Если бы я действовал более скрытно, я думаю, они вообще не поняли, что происходит. Отходим! Так, ко мне. Ты живой еще, что ли? Это последний. Жмите на кнопку, мы спустимся как раз к директору Фолку. Ой, проблемы. Слышите? Они снаружи. Давайте в укрытие. Так, парень, полегче. Вот сюда вот давай вставай. А лучше, знаешь, куда-нибудь вот сюда, потому что они нас сейчас сбоку могут обходить. Вперед, да, иду на сюда. Точку. Куда мне идти, Картер? Готов. Нильс, бегом! Тихо, офигеть. Да, вылазь. А, хрен с ним. Я думал, еще кого-нибудь взорвать. Что это за штука? Она меня беспокоит. Дробовик. Это сейчас ближний бой, надо будет полезть.
О, хороший дробовик. Вы же знаете, как я обожаю хорошие дробовики. Что это? Так, критический удар. Вот в эту штуку. Ему. Отлично. Все работает как надо. Или он живой еще? Идем дальше. Легко. Отлично. Спускаемся. Эти высокие, они другие. Да это люди измененные. Они отдают приказы. Те другие просто солдаты. Боже. Уходим отсюда. Ну же, идем. Нильс, ты уже как родной стал. А прошло-то всего 10 минут. Вы думаете, директор Фолк еще жив? Старика так просто не возьмешь. К тому же с ним Кенни и Уивер. Да. Но почему вы думаете, что им можно доверять? Они были с нами с самого начала. Если кто и верен Фолку, так это те двое. Кругом уже разруха. И тут побывали. Это что за дрянь? Оно по вентиляции ползает. Бейте по нему, он сейчас сдохнет! Господи! Срань, господи. Бедолага. У нас не было ни шанса. Надо добраться до Фолка раньше них. Верно, здесь ни при чем. Перед атакой на меня напала женщина-офицер. Офицер? Она как будто чем-то заразилась. Ее глаза стали черными. Она выстрелила в меня и схватила портфель, который я должен был доставить. Выстрелила? Ага. Не знаю, что случилось потом. То, что было в портфеле, убило ее. И спасло мне шкуру. Так, я могу и пистолет. А, вот, понял, все, хорошо. Глаза... Пойдем, Нильс. Дойти до лаборатории Эллерия. Вы на нижних уровнях Грум Рейнджа. И похоже, здесь также опасно. Найдите Фолка в лаборатории Эллерия, пока туда не добрались враги. Гейт, это что вообще? Что это такое? Это именно то, похоже, что мы видели и в вентиляции. Где нам искать Фолка? Он впереди, в лаборатории Эллерия. Что еще за Эллерия? Директор Фрост, я пишу это письмо с полным уважением к вам и организации, которую вы представляете. Прошу оказать воздействие на агента Анжелу Уивер, находящуюся у вас на службе. Недавние дерзкие поступки агента Уивер можно охарактеризовать как проявление странной и безосновательной паранойи. Думаю, у вас нет. Что-то какие-то были предпосылки, думаю, похоже. Думаю, теперь это не важно. И правда. Его нашли лет 10 назад. Почти сразу поняли, что материал внеземной. Какой-то камень из космоса. Эти гады напали на единственную на Земле лабораторию Лерия. И это не совпадение. Пока что по сюжету, по геймплею, по графике, по вниманию к деталям, все прям, я не знаю. Ну, не сказать, что эта игра там AAA класса, но очень достойный, добротный продукт. Не знаю, мне нравится. Welcome. Welcome to Earth. Hey, Vince. Что это? Вы представляете, что это? Шутите? Я же не ученый. А вообще, говорят, это дрянь вроде Элвиса и Второго пришествия в одном флаконе. Ну, написано, что это квантовое энергетическое оружие. Так что все может быть. Мужчина, вы живой? Явно нет. Так, что это значит? Голоса. Живые. Погоди, оно... Слушайте, оно, похоже, людей изменяет, нет? И в итоге они становятся вот такими вот долговязыми уродами. Эй, ты! Стой! Вольно, солдат. Агент Нильс, рад, что вы живы. Агент Картер, надо поговорить. Уильям Картер, агент второго класса ЦРУ, по вашему приказанию прибыл. Вы можете объяснить, что происходит? Вы должны были доставить некий артефакт. Он у вас? Он уничтожен. Нет, это не важно. Может, вы не заметили, но наверху гибнут люди. И я остался бы там же, если бы эта штука меня не вылечила. Интересно. Когда выберемся, проведем с вами ряд тестов. Чёрта с два. Я сейчас же отправляюсь к директору Фросту. Следует исходить из того, что директор ЦРУ мертв. Боюсь, Картер, по уставу вы теперь подчиняетесь мне.
Интересно это сделано, на манер, как вы понимаете, Mass Effect. Где еще они напали? Они ударили не только сюда? Сложно сказать. Все средства связи в стране отключены. Я бы предположил, что Вашингтон тоже атакован. Боже. Надо готовиться к худшему. Что это за твари? Что мы знаем об этих тварях? Мы догадывались об их существовании, но это наш первый контакт. Поздравляю вас. Мы надеялись на ваш артефакт. А теперь материалов для изучения и без него хватает. Меня интересует одно. Как их уничтожить? Не только вас, Картер. Почему они напали? Почему они напали? У нас куча догадок, но нет ответов. Может, они боятся, что мы высадимся на Луну? Сейчас не время шутить, Картер. Что делать будем? Здесь оставаться нельзя. Да, надо эвакуировать базу. А потом подумаем, как их остановить. Выбраться отсюда будет непросто. Я попробую спасти результаты исследований. Без них у нас нет ни шанса. Вы, Нильс и Кинни, отправляйтесь в командный пункт, заберите людей и доведите их до платформы. Да, сэр. Ты посмотри, сколько у нас людей теперь. За мной, джентльмены. Боже, агент. Сперва надо выбраться. Нехилая дверь такая. Кинни, что с агентом Уивер? Она ушла на командный пункт. Не знаю, добралась она туда или нет. Она не пропадет. Все очень плохо. Атмосферно, блин, да чего вот такие вот, я не знаю, враги. Вниз, в лабораторию. Что они делают? Не знаю, неважно. Займите позицию, пока не отвлеклись. Всякие секретные материалы, грани и тому подобные сериалы здесь прям, я не знаю. Так и прет, вот атмосфера того старого доброго еленовского нашествия. Что это? Прячься. Так, ты, значит, пойдешь у нас. Да нет, подожди, какая мина? Привыкать надо к этой штуке. Ты, значит, пойдешь вот сюда. Если сможешь, потихоньку, пожалуйста. Там укрытие. Есть, сэр! А ты, Томас. Давай как-нибудь вот отсюда. Уже иду. Серые, не расслабляться. Я на месте. Огонь! Давайте, лупите, парни. О, вошло в кого-то. Задохни, ты посмотри, как живучий. Я сейчас отклинил. Япона мать, Нильс. Сейчас! Я сейчас! Так, нет, нужно ему сказать, чтобы он... Он может отсидеться вообще, нет? Парни что-то как-то особо сами не этот, не прячутся, да? Ну, давайте попробуем так, на первый раз. Что нам делать? Да сиди пока, не рыпайся. Да, тут бы мне что-нибудь более аккуратное подошло. Так, хорошо, что у нас еще там есть? Артобстрел, я не знаю, что это такое. Да, блин. Это граната, походу, просто. Удар и посильней. Огневая поддержка. Откуда это вообще прилетело? Сквозь потолок? Руки прочь! Откини! Вон там обход был, а я его проморгал. Парни, держитесь, просто держитесь. А, можно вон, из тактического режима его подключить, да? Ходу! Я увеличил себя. Паника.
Интересно, как их лечить? Это подойти к нему надо? Ладно, сейчас сначала мы кончим уже этого гада. Цель поражена! Крепко мы им вставили! Ну да, это вам, по-моему, крепко вставили. Идем. Отлично понимаю, почему Фолк хочет взять вас к себе, Картер. Я о том же. Так, как мне вас лечить? Я, похоже, просто когда к вам подхожу, могу лечить вас. И себя могу лечить. Отлично. Че это такое? Если эта штука такая ценная, может, заберем ее? Голыми руками ее лучше не трогать. Как скажешь, Нильс. Что там наверху, Нильс? Все плохо. Мы потеряли очень базу. Плохо. Парней просто смели. Думаете, хоть кто-то выбрался? Сомневаюсь. А вот она, да? Установка. Рядовому Лансу. Уильям Картер не должен покидать отдел, иначе как в сопровождении лейтенанта Гарбер Пола. В целях идентификации обоих к памятке прилагаются фотографии. Бла-бла-бла. Приказ имеет на... Короче, не хотели, чтобы мы тут что-то видели. Так, Кенни, отойди. Что тут делали? Предлагаю не выяснять. Нам надо попасть в штаб, забрать начальство и свалить. Если еще есть кого забирать. Машина же вроде на ходу, какие проблемы? Но нет, пойдем пешком. Получай! Нас туда так просто не пустят. Там что, артобстрел? На такой глубине мы ничего не должны чувствовать. Так, движение давай-ка куда-нибудь вот сюда. Давайте за укрытие! Постреливай. А ты, в принципе, нормально стоишь. И пока твоих каких-то особых способностей не надо. Да ты побежал! Так, ну ладно, тогда давайте Кинни позовем. Пускай он идет вот сюда. Давай за укрытие! Уже иду! Сделано! Добрый день. До свидания. Проблемы. Жду приказа. Эти готовы. Вперед. Отходим. Ко мне. Ясно. Уже иду. Вы чувствуете? Да дрожит все просто. Сейчас, походу, рухнет прямо на нас. Лучше с этим все-таки. Я, конечно, из нее не особо метко стреляю, но на дальних расстояниях она будет явно лучше. И будем надеяться, 25 патронов мне хватит. Каким образом внизу использовали Лирий? Все. Реакторы, оружие. Из того, что я видел, всякие штуки, как в комиксах про капитана Громобоя. Понятно. Офигеть. Здесь все намеренно уничтожено, вы видите? Очередями вырваны провода, целые блоки. Окей. Что такое? Периодическая система. Какая-то расширенная, я смотрю, да? С помощью этого Эллерия и его исходных. Какого черта? Это оно? Ленивые реакторы? Представьте себе. Такой реактор должен давать больше энергии, чем плотина Гувера. Я так по ощущениям гораздо, гораздо больше, чем плотина Гувера. Боже, эти стены, они же выдерживают ядерный взрыв. Надо выбираться отсюда, пока тут все не рухнуло. Этим мы занимаемся. Но, блин. Должны им помочь. О, дерьмо. Я прижму их вперед! Да. А, сука, опять это дело! Укрывайте! Да, подвинься, отойди. Ой-ой-ой. Извини, парень. Из-за того, что я там сел, он просто получил в голову хода себе. Тихо-тихо. Фух, надо пересидеть. Сейчас будет лучше. А это всех или что? Понятно. Не только себя. Так, для начала. Да блин, кнопки путаю. Ты, значит,
мина нам не нужна. Давай-ка мы твою... А, блин. Ах. Лазерная турель пусть стоит турель, здесь. Туда! А ты, значит, с помощью крита сейчас зарядишь вот этой ерунде. И тут явно не место. Прикончите его! А вот и по-моему, я не попал. Не туда попал, да? Вот так. Гранаты, к сожалению, нет. Ты живой еще, что ли? Да они не подходят, все нормально. Один есть. Они делали бомбы с Элерией. Ага, ядерные бомбы. Может быть, самые мощные бомбы в мире. Так, а это что такое? Гранатки. Гранатки нам пригодятся. Серьезно выручают. И что тут делали из этого Элерия? Оружие делали. Элерий может все. Может, и для нас какие-нибудь пушки найдутся? Если только вы не собираетесь таскаться с бомбой. Они все ближе! Да. Так, патроны. Отлично. Пока все неплохо получается, да? Они взрываются в землю? Зачем? Что они делают? Здесь все разваливается. Нужно валить отсюда. Сначала спасаем начальство, потом уходим. Так, спасаем начальство и уходим. Но я думаю, вы знаете, давайте, в принципе, на этом первый взгляд свой остановим, потому что сюжет, я так понимаю, будет развиваться вот в таком стремительном ключе всю игру. Что я хочу сказать, игра приятная, на удивление. Понятно, что это не один из тех шедевров, которые выйдут этой осенью, а их будет достаточно много. Это просто хороший, крепкий такой проект, который, на удивление, несмотря на то, что я его всегда ощущал какой-то просто такой темной лошадкой, которая то ли выстрелит, то ли нет, выстрелила. Пока что, вот потому что я наиграл, я могу сказать, что боевая система просто отличная, вообще вот эта вот тактика. Мне лично такого давно не хватало, потому что просто тупые стрелялки уже, честно говоря, в печенках сидят. А это что-то новенькое. Ну, не новенькое, конечно, это скорее просто хорошо забытое старое, потому что таких игр полно было где-то, наверное, года 4 назад. Приятная графика, вроде как интересный сюжет, пока, по крайней мере. Довольно интересные диалоги, и, судя по всему, дальше этих диалогов будет больше, они вот будут так же ветвиться, как в Mass Effect. Ну и сам по себе сеттинг, по-моему, для такой игры наиболее подходящий. Ух ты, что, пить будешь? Короче говоря, по первому взгляду я могу сказать, что это игра, которую я буду играть для себя с удовольствием. Ну, в принципе, я не думаю, что она подходит для формата летсплея, потому что здесь все-таки не так зрелищно будет дальше, потому что это только начало, я думаю, такое экшеновое, а там чуть больше будет уже тактик, и смотреть на это будет не так интересно. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам это видео было полезным, потому что, возможно, кто-то там считал эту игру не особо хорошей, кто-то думал, что, может, это вообще что-то не то, а кто-то про нее, может, и не слышал. Так что, если вам было это видео полезным, то подписывайтесь в комментариях, пишите, что вы думаете по этому поводу. А у меня, в принципе, все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Say